Сайт «Добродел» продолжает помогать химчанам. Жители дома по улице Совхозная, 4, обратились на интернет-портал с просьбой отремонтировать во дворе спортплощадку. Реконструкцию начали сразу с наступлением тепла. Тут установлена опора освещения. Также будет установлена сетка до конца. В настоящее время выполнена только часть работ. Ремонту детской площадки рады не только дети, но и взрослые. Говорят, площадка пользуется спросом. Да и вообще, надо поднимать российский спорт. Было вообще тут плохо все, сетка оторвана. А сейчас вы молодцы. Все-таки 21 век, сдвиги есть. Какие-то надо развивать, он у нас развит. Но лучше, я думаю, футбол развивать. С футболом-то плохо. Больше футбольных площадок. Но это тоже хорошее. Уже этим летом ребята смогут оттачивать футбольное мастерство на отремонтированной площадке. Ремонт планируют закончить к концу июля.